Эти гаражи установлены на территории общего пользования. Разрешение на строительство отсутствует. В двух гаражах, судя по всему, кто-то нашел здесь временный ночлег. Шприцы, мусор и строительный хлам. Такая картина явно не соответствует статусу курорта. По решению межведомственной комиссии объекты снесут. Парочку бомжей сначала поселилось, потом к ним еще присоединилось человека 4. Ну и как-то самое главное, что постоянно здесь костер горел, готовили они здесь на камнях. В присутствии полиции, общественности и органов ТОС сразу начались работы по демонтажу. Собственники двух гаражей разберут конструкции сами.